Количество заболевших коронавирусом в Чувашии составляет 3061 человек. Второй день подряд COVID-19 выявляют у 88 жителей республики. Общее число выздоровевших – 1319 человек, смертей – 14. С пациентами, у которых был выявлен коронавирус в Чувашии, работают более 500 врачей и 1300 специалистов – среднего и младшего медперсонала. Для их защиты в республику поступили 42 тысячи одноразовых и 400 многоразовых костюмов, 900 тысяч медицинских масок. Этого запаса медучреждениям республики хватит на несколько месяцев.